соответствии с законопроектом об изменении в бюджет Чувашии увеличивается финансирование многих направлений. Отрасль культуры дополнительно получит около 240 миллионов рублей. Средства будут направлены на текущий капитальный ремонт, приобретение оборудования для государственных и муниципальных учреждений культуры. 18 миллионов рублей предусмотрены на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Финансовую поддержку получит и международный фестиваль «Созвездие земляков». Он пройдет в июне 2021 года.